молодые годы складывается характер, складывается видение вопросов, которые затем становятся политическими, и складывается понимание твоих собственных интересов и многополярность, которую предусматривают. Во-первых, открытость всему миру, использование опыта без каких-либо искусственных препятствий, которые вот сейчас творят люди, которые хотят не многополярности, не полицентричности, а односторонность. И, конечно, многополярность означает отсутствие каких-либо барьеров. Это для развития человека, молодого человека, наверное, самое главное – видеть мир, иметь глобальный кругозор –